О том, как опасен и даже коварен весенний лед, вроде бы знают все. Однако тропинка, пролегающая вдоль проталин, все равно используется ежедневно. Насколько реальна опасность в надежде немного сократить дорогу, оказаться в ледяной воде, специалисты проверили, сделав замеры толщины льда и снежного покрова. Толщина льда, где есть течение, менее 5 сантиметров, 3 сантиметра. А где нет течения, толщина льда около 10 сантиметров. Поэтому гражданам, которые пользуются данными переправами, быть очень внимательными, стараться вообще по ней уже не переходить, потому что температура держится около нуля. В реке есть течение, которое подмывает лед, лед неоднородный. Где-то может толщина и сантиметр уже быть. При этом толщина льда для безопасной пешей переправы должна составлять не меньше 12,5 сантиметров. Однако желание поскорее оказаться на противоположном берегу для некоторых, видимо, сильнее инстинкта самосохранения. Специалисты говорят, что пока несчастных случаев на данном участке зафиксировано не было. И остается только надеяться, что и в этом году статистика не изменится. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.